Офис медиа холдинга «Вести» в Киеве продолжает оставаться под контролем силовиков, которые накануне забаррикадировались там. Утром 9 февраля сотрудники «Вестей» попытались пройти на свои рабочие места, на что в ответ неизвестно распылили газ. В результате одна из сотрудниц редакции получила травму глаз, ей понадобилась медицинская помощь. По словам очевидцев, внутри офис полностью разгромлен. На каком основании представители правоохранительных органов действовали в таком ключе, пока непонятно. Ведь четверг сотрудники национальной полиции и главной военной прокуратуры пришли в медиахолдинг с обысками, а в итоге все закончилось варварским погромом. Впрочем, руководство вести пока не собирается опускать руки. В ближайшее время редакция будет работать удаленно. В медиахолдинге назвали действия силовиков давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Союз журналистов Украины также обвинил власти в препятствовании работе прессы.